Реформування медичної галузі – це не лише нововведення в обслуговуванні пацієнтів. Це ще й капітальні ремонти лікарень. Так, у Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 відбудеться капітальний ремонт покрівлі. Для цього вже готова проєктна документація. Наразі триває конкурс на виконання робіт у системі «Прозоро». З міського бюджету на новий дах витратять 1,5 мільйона гривень. Закінчити ремонт планують до кінця цього року. Имеем водосборник ливневой канализации, куда сбегает вода, которая падает на крышу во время дождя. Сейчас он уже практически вышел из строя. Работает только вот само отверстие, а вот этой защиты самой нету. Кожуха защитного нету. Тут подтекающая часть, он, видите, она все полопана. Сюда она, вода затекает в стороны уже, не только по трубе уходит, и в стороны расходится по крыше. И вот отсюда подтекание. Вот такие примыкания уже отошли, то все, любая... Вон там прибивали їх, любая влага, любой, вон там оторвано, видите, любая влага, любой снег, любой дощ попадает, это все практически идет нам на голову. Капитального ремонта крыши, ну, не, считать, не было с конца прошлого века. Здесь достаточно сложные, скажем так, геологические условия, рядом метро, есть подвижки грунта, поэтому современная крыша здесь нужна.